бывает. Всем привет, пацаны. Сегодня мы снимаем обзор очень крутого скейт-парка. Сегодня вот. Жуткое пекло, и мы катаемся на лайтах. В шортиках обязательно, в маечке. Майка, вот отличная майка. Слушай, все круто. Погнали. Пойдемте по парку. Сейчас мы вам покажем, как не очень кататься вот эту вот часть. Как она называется? Часть кикера, а.к.а. Нишка. И раздолбанная волна. Это мы потом покажем. Вот да. Первый наш актер. Он сделал вон эти. Дикая пролетка. Думаю, она будет очень сложно даваться. Думаю, попробуем. Погнали. Пролет. Но мы не отчаиваемся и попробуем еще раз. О! Молодец, Илюха, умеет нормально делать. Красавчик. Сейчас мы идем на нашу вторую фигуру этого прекрасного скейт-парка. Это бамп-трек. Пройдемте туда. Это, наверное, произведение искусства. Очень прекрасно собран. Вот специальный болт, в который нужно заезжать, чтобы ходуи набирали случай. Да, конечно, это прекрасная дощечка, она поднимается. Это как бы для разных типов велосипедов. Идем дальше. Не, все нормально. Вот тут пружинит. Это чтобы ты только вкатываешь и вылетаешь туда с барспином. Ну можно трак-драйвер туда сделать, да. Че, погнали? А теперь мы продемонстрируем, как на ней надо кататься. Это еще раз доказывает, что этот парк очень прекрасен для обучения. Он вообще супер просто. Пойдемте дальше к следующей фигуре. Следующая наша фигура — это прекрасный фанбокс для обучения барспинам, випам и так далее. Смотрите. Сначала может показаться, что его длина очень большая, но потом вы увидите, как профессионалы его летают. Практически получилось, мне кажется, нужен второй дубль, чтобы он его долетел. Давай еще раз, Илья. Ты не долетел. Фанбокс прекрасен для полетов. Лапома отсасывает. Да. Покажи, как он кататься не умеет, да? Да я вообще пиздец. Я задрот. Давай покажем. И самокатер разбивает эту фигуру, как обычно. Сейчас покажет, как отец Тритап летает на этом замечательном подбоксе от Gravity. Этот трек не для тверка, дай похрен, дискотека. Дискотека. И последняя фигура в нашем крутом скейт-парке — это замечательный волрайд, на котором можно делать лютые трюки, но лучше на нем делать лютые трюки, потому что он маленько сломан. Ну, Илюшке все нравится. Он уничтожительный маленький. Ну, почти. Получилось. Все ноги сели. Помоги, все круто. Вот. Самый крутой скейт-парк в Екатеринбурге. Не надо так близко. Я хотел на
Я тоже хочу показать, как настоящие парни ездят в этом полурайду. Ярц. Вот тут еще Ярц. Вот Ярц Крев. А еще сам плотный. Ярц Крев. Напомни мне, типа, скажите, что там появляется? Что? Появляется там что, бонус? А, бонус от Макара. Так, красивый бассейн. А? Красивый бассейн. Ае, малё, алё. Лям-лямов попыток он сделает. Ты чё, охерел? Пока.